Приветствую вас, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале в гостях у Елены. Давно я не снимала видео, пропадала. Все знают, что я поехала к деткам во Владимир и сейчас приехала к Зинуле. Небольшие гостинцы привезла. Вот. Хотим отснять, да, Зинуль? Да. Всем привет! А вот и Зинуля, кто хотел видеть, слышать? Пока слушайте, потом будете видеть как-нибудь. Всем большой привет! Ну, что тут я? Ну, что любят я? Купила. Вот эти кузики, семечки любимые и зинулиные мои. Потом вот такие чипсы мы любим, картофельные. И детки любят. Да, да. Ну, деткам это у нас отдельные покупки будет. А здесь пока сынулька, я и она. Вот такую, не знаю, латте, чокопай, что ли. Виноград очень вкусный, свежий. Сливы. Конфет разных купила. Вот эти конфеты, кстати, очень вкусные. Хочу посоветовать. Как же они? Княжеские. Вот. Очень вкусные конфеты. Затем вот это вот новиночки. Это в Дикси. Это очень вкусные тоже конфеты. С фундуком, да, с начинкой. Очень вкусные. Вот это тоже новинки, девочки, покажу вам, если у кого Дикси рядом есть. Очень вкусные конфетки я пробовала. Парфе. Дальше. Вот такой творожочек, как раз свеженький был. Это хуторок. Это у вас здесь продают, да, Зинуль? Угу. Такого у нас нет. 5% мазать. Вот, на хлебушек взяла. Вот. Затем любимый мацони. Затем коломенский йогурт. Вы все в курсе. Такой йогурт я вам показывала, покупала часто. Он очень вкусный. Затем такие вот шоколадки коммунарка. Люблю я его очень. Новинки появились у коммунарки. Пюре из клюквы и пюре из черной смородины. Ну и, конечно же, этот шоколад всем известный, да, который я тоже вам всегда показываю. Но вот с миндалем я не покупала. Фирменный такой тоже шоколад. Это бекончик на яишенку утром. А это творог горький. Тоже вкусный, мне очень нравится. Есть и 5% и 9%. Значит, вот такие сырки. Такие у нас не продают, но вы удивитесь. Они очень вкусные. Посоветовала там девушка, говорит, покупайте, очень вкусные, очень качественные, без всяких там, как она сказала, добавок каких-то таких прямых. Творожный глазированный, в белой глазури, 40 грамм. А здесь просто клубника. Здесь кокос, да, вот заклинила. Здесь кокос, а здесь клубника. Ну, в общем, вот такие. Ну, вот такие небольшие покупочки. Ну, мы еще собираемся к Зинуле пойти еще к нашей подружайке Колечке в гости снимем. Я не знаю, может быть, сейчас сразу вам загружу, чтобы вы как бы знали, что я жива-здорова, а то целую неделю практически не было видео, да. Поэтому загружу, наверное, да, Зинуль? Да, хорошо. Попрощаемся. Да. Всем пока-пока. Да, до новых встреч, дорогие друзья. Теперь будут видео. Я занималась семенами, отправила, многие уже получают. Так что встретимся еще обязательно у Оли. Оля не против тоже снимать, так что мы еще увидимся, поговорим. Все, всем пока, до новых встреч. Пока-пока. Как всегда, были в гостях у Елены. Пока-пока.